Я приветствую вас на мастер-классе по вязанию кардигана с калькулятором. И в этом уроке вы узнаете, как правильно связать образцы и рассчитать петельную пробу. Напоминаю, что в уроках я показываю этапы вязания изделия, все тонкости и сложные моменты, а расчет вам сделает калькулятор. Всего несколько кликов, и все вопросы о том, сколько петель набирать, отпадут сами собой. Ссылка на калькулятор в описании под этим видео. Имейте в виду, что калькулятор умеет делать расчет на любой размер и под любую пряжу. То есть вы можете связать точно такое же изделие, как у меня, а можете поиграть с калькулятором, создать свои параметры и связать кардиган, о котором давно мечтали. Итак, девчонки, у нас сегодня любимый урок про наши образцы. То есть снимаю его для того, чтобы показать вам, что я делаю все точно так же, как учу вас каждый раз. Вот, так что вот они мои образцы связанные. То есть изначально мы с вами можем вязать вот такие малюсенькие образцы для того, чтобы посмотреть, какие спицы нам подойдут, какой узор нам подойдет и так далее и тому подобное. Вообще, в принципе, посмотреть, как пряжа смотрится в полотне. Я вязала, это вот один из образцов остался, все остальное было уже распущено, конечно же. Далее мы с вами вяжем уже образцы для расчетов, и они должны быть большого размера, чтобы и в ширину, и в высоту не менее 10 сантиметров. Смотрим, значит, что у нас должно быть. Если узоры какие-то должны быть в полотне, значит, мы отвязываем узоры. Косо-араны, значит, отвязываем косо-араны. У меня будет вот лицевая гладь с пайетками. То есть я отвязала теми спицами, которые выбрала. Это у меня будет восьмерочка. Вот они у меня лежат тут приготовленные. А резинку я попробовала связать на пятерке. И, в принципе, меня это устраивает. В резинке у меня не будет пайеток. Вот, поэтому спицы здесь идут немного поменьше. Вот, что мы теперь делаем? Связали, связали образцы. Теперь нам нужно зафиксировать размер образца. Мы берем листочек, да, выкладываем красиво ровно на этом листочке свой образец и просто вот так вот его обводим. Примерные контуры для того, чтобы после стирки посмотреть, что произошло с образцом. Сел, растянулся, либо еще что-то. Может быть, в какую-то одну сторону растянулся, в другую сел. Вот так можно, в принципе, наложить друг на дружку. Ничего страшного. Можно на другой стороне. Ну, я вот так сделаю. Так, все. Уложила, обрисовываю. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. И теперь идем купаться, стираться, сушиться. После придем, приложим образцы сюда и посмотрим, как ведет себя пряжа. Итак, образцы мои высохли, готовы. Сейчас мы будем их сюда прикладывать на те места, которые вчера обводили. Ну, что хочу сказать. В принципе. Ну, то же самое, но может чуть-чуть. Нет, мне кажется, они не изменили совсем своей формы. Вот, если вот так вот мы расположим. Ну, просто немножко, так скажем, подровнялись, наверное, стороны. Вот, нет, я бы не сказала, что они у меня куда-то вытянулись по ширине. Все, тютелька в тютельку. Здесь, в принципе, то же самое. Ну, может быть, там на миллиметрик на какой-то. Вот, все хорошо. Вы знаете, когда я их брала с того места, где они сохли, ну, вот с полотенчика, да, мне показалось, что он что-то такой большой, стал такой огромный. И, думаю, наверное, растянулся сильно. Ну, вот, визуально ничего оценивать не стоит, потому что вот у нас есть, так скажем, трафарет, приложили, посмотрели, все идеально. Так что вот эта пряжа не садится, мне это очень нравится. И теперь, значит, я должна оценить плотность вязания резинки и плотность вязания самого полотна лицевой гладью, вот с этими пайетками. То есть здесь, я повторюсь, у меня пайеток не будет.
А здесь у меня будут пайетки. То есть, если у вас изделие не будет иметь резинки, вам резинку не надо вязать. Возможно, вы сделаете какую-то планку полой резинкой или что-то еще придумаете. Так что мы с вами отвязываем те детали, те элементы, да, своего изделия будущего, которые нам необходимы будут для расчетов. То есть узор, значит узор, косы с аранами, значит вяжем косы с аранами. Вот такой вот большой, так скажем, образец по схеме. Все, теперь я прикладываю свою волшебную линеечку к образцу и начинаю считать. Вот у меня получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 с половиной у меня, по-моему, получилось. Ну, потом без камеры, то камера тут перед глазами. А, да, и в высоту. То есть считаем целые петельки. Высоту 1, 2, 3, 4, 5, 6. Неудобно, мешаются пайетки. Девчонки, я все-таки, наверное, посчитаю это все потом. Можно сделать, если кто-то такого не знает, приложить вот в этом месте иголочки, заколоть и потом уже посчитать. То есть это удобнее делать тогда обыкновенной линейкой. Так вот прикладываем наш образец. 10. Должно у нас входить 10 петелек. Ну вот примерно вот так. Вот здесь вот я закалываю первую иголочку, там, где у меня 10 сантиметров. И там, где нолик, я закалываю вторую булавочку. Все, в итоге я теперь, мне видно все, я могу посчитать эти петельки. Сколько у меня их между булавочками. С образцом резинка, я думаю, что не надо ничего тянуть. Посмотрите, вот как он лежит, да, то есть также он и в полотне будет. То есть мы с вами будем считать, надо ли нам, чтобы по отношению к резинке полотно было такое присборенное, либо нам надо, чтобы, вот мне, например, так надо, чтобы полотно и резинка были на одном уровне, чтобы никаких складок у нас тут не образовывалось. В общем, считаем точно так же плотность вязания резинки отдельно и плотность вязания лицевой глади или какого-либо вашего узора тоже отдельно. А теперь приступайте к вязанию образцов и расчетам петельной пробы. И помните, что это самый важный этап создания изделия. В следующем уроке я покажу, как пользоваться калькулятором. А на сегодня у меня все. С вами была Юлия и мой факультет рукоделия. Пока-пока!